Консолидация бизнеса и власти в интересах общества. В центре республики прошел круглый стол по вопросам здравоохранения. В зале собрались представители предприятий, которые оказывают платные медицинские услуги, и специалисты Минздрава. В центре внимания вопросы взаимодействия бизнеса и власти по обеспечению граждан медицинскими услугами. Организаторы мероприятия – члены регионального отделения «Деловая Россия». В республике сегодня, значит, множество предприятий оказывают услуги здравоохранения частным образом. Развернута достаточно большая сеть. Данные предприятия порой работают не в взаимосвязи с органами власти. Для того, чтобы сблизить работу наших частных медицинских предприятий, организовано данное мероприятие по взаимодействию, в оказании услуг, в оказании помощи, в том числе, значит, клиникам, которые являются муниципальные. Эффективное лечение органов зрения, лекарственное обеспечение, организация работы кабинетов здоровья в школах, участие частных компаний в государственных программах. Обсуждались эти и другие вопросы. Подобные диалоги будут проходить регулярно, и ко многим темам предстоит вернуться еще не раз. Но начало положено, и это уже неплохо.